20-го года мы как бы отдаем дань, ну и вот этому удивительному литературному герою, персонажу, потому что без Дон Кихота не вырастало ни одно поколение. Ни один, наверное, мальчик не вырос для того, чтобы не прочесть Дон Кихота. Поэтому это произведение настолько значимо всегда и сейчас, и, надеемся, в будущее. И, кстати, для того, чтобы это все было очень значимо в будущем, мы сделали эту выставку. Да?